В целом долетели успешно, все ребята устали, но довольны. Сейчас хочется немного поспать, отдохнуть и в бой. Я никогда не был в Омске. В России бывал в Уфе. Единственное, что слышал об Омске, команда «Авангард» из КХЛ. Вы видели на улице медведей? Где медведи? Я видел медведи только в Канаде. Медведи здесь? А, так вы пошутили. Все соперники на турнире сильные, особенно Канада, прошлогодние чемпионы. В Канаде высокий уровень хоккея, поэтому с ними будет интересно сыграть. Кроме того, старались проанализировать игру первых соперников по Кубку мира – шведов. Финляндия, Швеция – это европейское противостояние. Да, это тренер омской команды. Надеюсь, что в этом сезоне у вашей команды все будет хорошо. Kaikkea hyvää, Petri. Thank you. Hi. Я взял с собой только самое необходимое. Несколько свитеров, шорт и ноутбук. Ориентировался на погоду в Чехии. У нас немного солнечнее и теплее, чем в Омске. Надеюсь, что мы привезли тепло к вам, и завтра будет отличная погода.